Сегодня в программе. Без побед, но и без поражений. Еврогол Андрея Кожухаря приносит Молдове ничью с Азербайджаном. Молодежь в пример взрослым или как все-таки обыграть Азербайджан? Спросите у Кириллова. На данный момент мы сильнее. Молдова, Азербайджан 4-2. Они приехали, чтобы победить. Малые золотые медали дивизия у футбольного клуба «Костюлень». Поначалу было немножко скованность, нервозность. Или какие подарки нельзя дарить собственному тренеру на день рождения? Это будете праздновать в связи? Да. Вернувшись из Азербайджана, к нам же заглянул Вадим Кричмарь, полузащитник азербайджанского «Муганя». История одного футболиста. Можно разыграть за одну из первых трех-четырех команд? Да, легко. Очень легко. Забиваем классно. Пропускаем нелепо, когда атака лучше обороны. Объединенные Арабские Эмираты, Молдова 3-2. Они мечтали о победе. Все подключено одной идеей – выиграть кубок. Но получили всего лишь бесценный опыт. Другие желали победы и ее добились. Ну, естественно, свою команду поздравляю. Шериф добивается дубля. Дача переносит свои амбиции на следующий сезон. Мне ждала шева Маймолдар. Браво, боец и браво. Кубок у Шерифа. Маленькие мсят за больших. 16-летняя зимбрята увозит кубок Молдовы из-под носа у Шерифа. На пенальти с моим президентом. И только боец из Тотуна. Укрепный глаз, Игорь Кштега зимбрят. И немного, и немало. Дача празднует свой 10-летний юбилей.